Мы все слышали. Будешь меня обрабатывать? Ну что ты? Наоборот. Скажи, у тебя есть телефон Никиты? А тебе зачем? Ну просто позвони ему. Возьми и позвони ему сейчас. Скажи, что соскучилась. Назначь встречу. Только тон должен быть сдержанный. Пусть поволнуется. И не говори, что к нам приходил его отец, потому что это может усилить конфликт в семье. А деньги все-таки нужно было взять. А я уже собиралась уходить, думала, ты не придешь. Сори, должен был смотаться в одно место, вот за этим. А ты классный. Да? Знаешь, другие бы на твоем месте сидели, курили бы бамбук, а ты пытаешься не зависеть от отца. Ну, вот именно что, пытаюсь. Ну что, пойдем гулять? Пойдем. Вау! Мы так не договаривались! Нет! Слушай, я тут одно место классное знаю. А когда он мне сказал, что уходит, я просто разбила об его голову вазу. Это не интеллигентно, наверное, да? Ну, вы вправе чувствовать то, что вы чувствуете. Я же вообще не даю оценок. Но вам, конечно, неплохо было бы научиться держать себя в руках. Да я просто задыхаюсь от возмущения, когда он появляется. То он галстук забыл, то любимую чашку. Книги эти его везде валяются. Так бы и двинула ему еще раз. Я всегда знала, что он ноль. Без палочки. Вы имеете в виду его социальный статус? Да какой там статус? Был бы статус. Он режиссер самодеятельного театра. 40 лет мужику все не наигрался. Да-да-да, ясно. Но вы знаете, зачастую для женщины статус ее мужчины важнее, чем для него самого. Да. Да, я, например, серьезный риэлтор. Хорошо. Давайте тогда с вами обсудим тактику вашего поведения. Представьте себе, я ваш муж. Отец хочет, чтобы я вернулся на экономический, но я хочу стать, только не смейся. Не буду. Актером. Ты что, серьезно? Ну, ты обещал не смеяться. Да дело не в этом. Просто я знаю, что это такое. У меня бабушка актриса. Что, правда? Правда. Вау, здорово. Ну, я поступал в этом году и слетел со второго тура, вот. Хотя, ты знаешь, мне показалось, что я хорошо читал. Ну, правда, ты знаешь, и другие педагоги, они так смотрели с интересом, вот. Но не поступил. Я все равно буду в этом году еще раз поступать. Слушай, а хочешь, я тебя познакомлю со своей бабушкой? Она могла бы тебя поднатаскать, как-то помочь в поступлении. Правда, она мне очень хорошая актриса, известная. Серьезно? Да. Что, вот так прям взять и прийти к нему на репетицию? Ну да, вы попробуйте. Мне кажется, что это может изменить ситуацию в лучшую сторону. Я вам еще позвоню. Обязательно. Звоните, но лучше до 6 вечера, хорошо? Потому что после я все-таки занимаюсь своей семьей. Я понимаю. Да. До свидания. До свидания. Всего доброго. Вы? Ой. Я сегодня в другой квартире принимаю, в своей. Что вы здесь делаете? Жду. Ну, заходите. И? В смысле? Цветы вы мне принесли? А, да. Хотел сюрприз. Спасибо. И еще. Вот. Паспорт? А зачем мне ваш паспорт? Вы можете проверить, он абсолютно чист. В нем только штамп о разводе. А я бы хотел, чтобы был штамп о браке. Прекрасно. И чем я вам могу помочь? Согласиться. Вы хотите, чтобы...
Вы хотите жениться на мне? Да. Credo che sia Estragone. Non sono sicuro. Invitiamo l'autore. Официант, пригласите, пожалуйста, вашего шеф-повара. Вы хотели у него кое-что уточнить. Добрый вечер. Здравствуйте. А, подскажите, в соусе есть эстрагон? Эстрагон? Он же тархун? Си. Си. И чабер. А где вы учились? У вас такой тонкий вкус. Ну, я вообще на инженера учился. Это у меня так, хобби. Так вы самородок? А какое у вас фирменное блюдо? Вы могли бы его приготовить для нас? Конечно. Конечно. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Мама, а ты вообще могла бы постучаться? Вообще-то я пришла сказать, что Гера проснулся и уехал. Квартира свободна. Mm-hmm. Мы решили пожениться. Да. Может быть, для начала следовало бы развестись? Да. За этим дело не станет. Зять, значит. Новенький. Ну, рассказывайте. Что? Как? Почему? Из какого перепугу вам моя дочь психологиня? Ролик по-венгерски. Не пробовал. Ну, я тут немножко рецепт усовершенствовал. Questo è grande. Я представитель кулинарного итальянского клуба и хотел бы вас пригласить к нам на стажировку в Милан. С возможностью возглавить кухню одного из наших ресторанов. Вот вам моя визитка. Имейте в виду, два раза такое предложение не поступает. Да. Только мне посоветоваться надо с женой. Я понимаю. Я готов. Перфетто. Эх, Коля, значит, продался европейцам, да? Чем же они тебя купили? Какими такими заморскими пряниками? Егор Иванович, ну зачем вы так? Что значит зачем? Как ты там будешь? Коль, там же люди злые, люди холодные. Как ты будешь? Кто тебе с утра коньяку принесет? И потом на каком языке ты прикурить попросишь? Да я не курю. И я не курю, и не важно это, как они тебя поймут, как ты их поймешь. Ну, в школе английский учил. Эдуард Леонович, вам нельзя нервничать, у вас сердце. Да. У меня это сердце. Вот у него нету сердца. Пустила. Меня отпустила. А вот тебя я, Коль, не отпускаю. И чтоб совесть тебя тоже твоя не отпустила, и чтоб ты... Коль, ну прошу тебя, ну не уезжай, а? У меня только при тебе дела-то мои пошли в гору. Ну что ты хочешь? Хочешь, я тебе зарплату повышу? Хочешь на море съездить? С Ритой съезди на море. И хочешь, я вам тут такую свадьбу закачу, что все закачаются. И хочешь любить тот, кого хочешь, да вон плодитесь прямо здесь и плодитесь. Только прошу тебя в одном, не уезжай. Эдуард Иванович, вы что из меня душу-то вынимаете, а? Ну, правда. Ну, вы меня поймите, это же, может, шанс. Такой шанс единственный раз в жизни. Я вам очень благодарен, правда, ну... Наливай. Эх,
вот, значит, едва зная человека, ты собралась за него замуж, да? Мама, помнится, ты за своего третьего вышла на второй день знакомства, нет? Это была любовь с первого взгляда. А, любовь. И потом речь идет не обо мне, а о тебе сейчас. Правда? Да. А что обсуждать? Нормальный, интеллигентный мужчина. А Николай, значит, от Сахи. А при чем здесь Николай? Он ушел, мы разводимся. Он вообще себе нашел другую женщину. А Дима милый, воспитанный. Он молодой. Слишком молодой. А мне говорила пожилой. Правильно, так и получается. Для тебя он пожилой, а для твоей матери он молодой. Еще и он кривой, и косой, и мама. Ну что ты мелешь? Это Никита. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ба, мы вообще-то к тебе. По делу. Так. Так выбраться, желая из хлопот, нередко человек имеет участь ту же. Одни лишь только с рук сживет, глядишь, другие нажил хуже. Так, запомни и процитируй матери. Ну что, плохо? Так не взяли, говорите? Нет, не взяли. И кто был в комиссии? Захарова, Коломиец и Нигу. Володька! Володька Нигу! Слушайте, у меня же с ним в 80-м году был головокружительный роман. Вы даже не представляете, он пришел ко мне в гримерку вот с таким букетом. Ба, не начинай. Ничего нельзя сказать. Принеси мне записную книжку. Сейчас попробую ему позвонить и узнаем. Коля, это правда? Что правда? Что ты уезжаешь в Италию. Вы что, все сговорились, что ли? Да вот он, я здесь, я вот салат готовлю. Коленька, не уезжай, пожалуйста. Я все-все для тебя сделаю, слышишь? Ты еще сможешь меня полюбить. Колечка, ну пожалуйста, ну а если там тебе какая-нибудь женщина итальянская, хоп, и открутит, ну что я буду делать? Ну все-все-все, ну успокойся, ну все, ну чего ты? Как не приду, ты все делом занят. Коль, отвлекись на минутку. Да что ж вы все время так врываетесь? Значит, здесь заявление о твоей выписке из моей квартиры. Еще хочу, чтобы мы с тобой завтра подали заявление о разводе. Нас с этими бумагами разведут в один день. Дочь у нас взрослая. На. Вот это по делу. Так, тихо там. Завтра, значит, да? Угу. А я не против. Да, завтра так завтра. Мне сейчас предложили работу в Италии, да, шеф-поваром. Так что теперь жилплощадь у меня будет в Милане. Здорово. Рада за тебя. Ну, с катертью тебе дорога. Спасибо. И спагетти в руку. Так говорите, Кожемякин. Да. А чего же удивляетесь, что вас не взяли? Ваш отец, в общем, вас срезали не случайно. Вы очень талантливый молодой человек. Очень талантливый и правильно выбрали эту профессию. Но ваш отец не позволит вам поступить. Вы что, не в курсе, что он спонсор учебного театра? Я так и знал. Он на все пойдет, чтобы меня прогнуть. Но ничего, я с ним поговорю, я ему все скажу. Никит, подожди, нельзя принимать необдуманных решений. Да, твоя жизнь – это зона твоей ответственности. Слушай, слушай, не надо со мной разговаривать, как с клиентом твоей мамы. Я сам разберусь. Не лезь ты в свое дело. Подожди, Никит. Да что же это такое? Ни тебе спасибо, ни мне до свидания. Что? Ой, погоди, Поля, у меня Гера пропал, кажется. В смысле? Домашний молчит, мобильник выключен. Да он уже час назад должен был быть здесь. Мы договорились с ним сегодня поужинать, он мне даже не перезвонил. Ба, ты что, вправду думаешь, что мужчины меняются с возрастом?
Конечно. Конечно, какая же я идиотка. Клиническая идиотка. Ты меня слишком буквально поняла. Вот старая дура. Жизнь меня ничему не научила. Ты думаешь, он позвонит? Я буду ждать. Я про Никиту. А я про Геру. Да надо же так умудриться ошибиться. Батя, это не ты. Это не мы, это просто мужчины, они такие вспыльчивые, непредсказуемые. Обидчивые и ранимые. Лживые и непостоянные. Была у папы. Он женится на этой вешалке и уезжает в Италию. Как тяжело. Как тяжело. Полный облом. Вот сколько с мужиком не живи, он все равно на сторону смотрит. Мне никогда не везло, а у меня было только одно желание – любить и быть любимой. Это не одно. Это уже два желания. Девочки, девочки дорогие мои, вы меня простите, пожалуйста. Мама. Простите меня, да, Милена, особенно ты. Доченька, я же знаю, что я была плохой матерью. Плохой матерью, да. Но я стараюсь исправиться и стать хотя бы хорошей бабушкой. Ба. Мам. У меня фрустрация. А что это такое? Неважно. Я тоже хочу любить и быть любимой. И я хочу, и я хочу. Чей? 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 Мой. Гера. Да, Гера, в чем дело? Я уже обзвонила. Что? Как? Что? Да, я родственница. Да неважно, я сейчас приеду. В реанимации. Сердце. Надо ехать. Звони своему доценту. Пусть пуля сюда летит. Звони. Девушка миленькая, пожалуйста, можно я к нему только на одну минуточку? Ну, поймите, ему там плохо. Именно. А рядом со мной ему будет легче. Не уверена. А вы вообще ему кто? Невеста. 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 Классиков, милочка, нужно читать. Любви все возрасты покорны. А дальше знаете что? Ее порывы благотворны. Не передергивайте. Строчку пропустили. И юным девственным сердцам ее порывы благотворны. Говорят, у нас молодежь необразованная. Я просто очень Пушкина люблю. Пушкина любите? А хотите, я вам два билета сделаю на маленькие трагедии? Правда? Конечно. Можно? Ну хорошо. Идите, идите. Спасибо. Только тихонечко, а то мне влетит. Ага. И халат наденьте. Спасибо. 5 минут, не больше. Любовь. Больной, а вы почему режим нарушаете? Я? Идите в палату. Минуточку.
Это мой пациент. Да. Вот. Господи. Господи, Герочка, ну что ж ты не сказал, что тебе так плохо? Нора. Я с тобой, Кира. Я здесь. Мам, ну что? Я ошибалась. Мы все ошибались. В смысле? Настоящие мужчины есть. Они лежат без сознания, шепчут имена своих любимых. Ну, я вообще-то еще в сознании. Привет. Привет. Милый, ты меня подожди в кафе, хорошо? Я быстро. Ну и что? И долго мне тебя ждать? Я, между прочим, на работу опаздываю. В Рим? Ну, во-первых, в Милан. И это не смешно. Ну что? Что? Пойдем разведемся наконец? Конечно. Пойдем. Конечно. Пошли? Пошли. Милый, через полчаса принимай эстафету. Цветы-то хоть не забудь купить. Пойдем, пойдем. А что? Нет, ничего, все хорошо. Целую даю. Милена сегодня разводится с мужем. И снова замуж собирается. Пожалуйста. Спасибо, вот так родная. Вот, без остановки, во вкус вошла. Нет, Дима очень симпатичный молодой человек, но совершенный тюфяк. Ну, может, она еще свою половинку не нашла. Нашла. Это Николай. Я уверена в этом. Нора, а твоя половинка? Ты ее нашла? Моя половинка? Ага. Моя половинка? Это ты. С ума сойти, дожить до моего возраста и только сейчас это понять. Ну ничего. Поправишься. Мы с тобой поедем в Прибалтику. Будем гулять по Таллину. Ой, извини. Вот куда скажешь, туда и поедем. В Таллин. Как скажешь. В Таллин, значит, в Таллин. А я в Таллине, между прочим, играла Нину Заречную. Правда, всего 3 раза на замене. Я вообще-то в основном играла маленькие роли. Нет маленьких ролей. Еще Станиславский говорил. Да? Ой, у Полинки новый друг появился. Такой талантливый мальчик. Представляешь, поступал в театральный институт, так по просьбе отца его завалили. А он боится опозорить свою фамилию. Сам политик, ну куда дальше-то позорить? Кожемякин. Кожемякин? Кожемякин. Так я его 20 лет знаю. Он мне в роте полы драил, пока в спектакле не был занят. Эх, парень был помешан на театре. Сам ставил спектакли и сам же в них играл. Правда? Только очень плохо. Ты чего такая? Да так. В смысле? Да все не так. Мама с отцом разводится. Замуж за доцента выходит. Да еще и Никита куда-то пропал. Твоя мама выходит замуж за твоего доцента? Ну да. И ты ничего не делаешь? А что, я должна фату ее резать? Смеешься? Он вообще павлин. Да еще и тормоз на все 100. Слушай, так он тебе вроде как отец получается, отчим. Офигеть. Правильно мне мама говорила, что у меня психологические проблемы. Слушай, что я в нем только нашла?
Ну, видимо, тоже, что и твоя мама. Это у вас наследственное. Ну, генетика – это тема. Ну да. Только вот если он собирается жить у нас, я к бабушке перееду, потому что мне эти хворкования нафиг не нужны. Не звонил. Так он же женится на твоей маме. Я про другого. А. Поля! Привет. Здрасте. Здрасте. Сознаю всю меру и глубину. Обещаю исправиться. Слушай, а я думала, что ты больше не придешь. Я просто боялся, что ты не захочешь меня видеть. Ну что, мир? Мир. Слушай, а ты на машине сейчас? Да. А поехали в больницу. Там бабушка Гира забирает. Поехали, поехали, конечно. Поехали. До завтра. Поехали. Все, развели. Поздравляю. С чем? Ну как, со свободой и с тем, что мы наконец-то можем расписаться. Слушай, закажи мне кофе. Кофе? С коньяком. Еще творожный штрудель. Как штрудель? Ну а что? Устала я. Траву эту жевать. Погодите, как же? Вы такая современная, волевая женщина и кофе со штруделем? Ну… Но? И что, это вас как-то смущает? Да. Ну, вообще да. Хотелось бы знать, на ком я женюсь. Не хочется получать кота-то в мешке. Потому что одно дело – свадьба, потом-то совсем другое. Ясно. Ничего не выйдет. В смысле? В прямом. Вы делаете предложение не мне. А кому? Какому-то образу, который создали себе в голове. Ладно. Погодите, вы куда? Я пойду себе сама закажу. Штрудель. Ага. И кофе. И еще что-нибудь жутко неполезное. Как хорошо на улице. Норочка, а давай еще погуляем? Кружок сделаем? Нет, может, вернемся. Тебе нельзя, силы нужно беречь. Не замерз? Нет. А может быть, мы… Аккуратнее, аккуратнее. Ты куда гонишь? Ой. Уже гуляете? Ну, конечно. Привыкаем к свежему воздуху. Привет. А вот это Никита Кожемякин. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Здрасте. Здрасте. Вы ли ты отец молодости? Ну, неправда, мы совсем не похожи. Да не злись, я лучше знаю. По дороге расскажу про боевые заслуги твоего отца. Это вам. Спасибо, родная. Поехали. Подожди, Гера, что значит поехали? Тебе нельзя еще. Гера, вернись немедленно. Вернись, я тебе сказала. Я тебе… Настоящий мужчина. Да уж, не соскучишься. Понимаете, я очень любила своего первого мужа. Первого еще. Да. Первого. А второго? Ну,
в целом, как бы в общем. Но все время сравнивала его с первым. Я вам сейчас фотографию покажу. Не, не надо, не, не надо. Не надо, да? Вот. И сравнение было, конечно, не в его пользу. Хотя первый муж был, я так понимаю, не самым выдающимся человеком. Нет, нет, да, уж не был, не был. Вот, и недостатков у него куча, да? Да. И, ну, в сравнении со вторым, да. Да? И, в общем, общего у вас уже ничего нет, кроме дочери. Сына, сына. А, да, простите, сына. Вот, и люди вы разные. Мы разные. Да, и секс раз в месяц. Да, нет, почему же? Раз в неделю. Да, ну, это, кстати, еще допустимый вариант. Но зачем сохранять такие отношения? Вот, зачем? Вы правильно сказали. И я не сохранила. И теперь, понимаете, почему-то вот я настолько жалею, я все как-то там вот я где-то. Не знаю, просто. Он женился на молоденькой, первой мой. Я вам сейчас покажу фотографию. А, у меня нет фотографии. Да. Она на молоденькой. Да. Такая, знаете, ну, дура дурой. Вот просто, я не знаю, вот. Ну, да. Ну, фигуристая. Она сейчас беременна. Очень может быть. Нет, почему? Не может быть, а точно. Седьмой месяц. Уже седьмой. Да что вы, правда? Да. А что же теперь делать? Что теперь делать? Теперь-то что сделаешь? Да раньше надо было думать все. Все уже. Ну да. Ой, спасибо вам, доктор. Спасибо. Да за что спасибо? Ну, не знаю. Вот вы понимаете, вы единственные меня как-то поняли. Вот как-то поняли меня. Не то, что некоторые. Сама дура говорят, ну что это? А кто же говорит-то? Ну вот дама вас замещает в консультации. Вот Кукушкина, это вообще. Кто? Кукушкина? Да. Кукушкина? Вместо меня? Здрасте. А я думал, вы передумали. Да не, что вы. Меня теперь здесь вообще ничего не держит. Расчет в ресторане взяли? Взял расчет. В ЗАГСе. Ну, итальянки любят молодых успешных. У вас все впереди. Ага. Не жизнь, фондю. Беллиссимо. Да я готов. Только, вы знаете, у меня... В общем, у меня жена. С женой разберемся. Документы при вас? Документы? А, ну да. Все, что вы просили. Пойдемте. Простите. Нам обязательно вот прямо сейчас идти. Что, передумали? Да. А, нет. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Прошу. Пойдемте. Спасибо. Ну, с чем пожаловал, сынок? Ни с чем, а с кем? Здорово, Кожемякин. Вижу, узнал командира. Геркулес Анатольевич, вы! А ну, отойдем. Поговорить надо. Так он еще и Геркулес. Ты помнишь свой спектакль? Как ты меня тогда подставил, а? Как тогда генерал орал? А у меня, кстати, сохранились фотографии этого позорища. Геркулес Анатольевич, если перестанешь гнобить своего сына, я, может быть, не передам эти фотографии в прессу. И, может, даже интервью не дам. И про твои театральные опыты не расскажу. Может, не надо? Знаю, что не надо. Но дам. Ты что, не понимаешь? Что у твоего сына талант. У тебя свой талант, у него свой. Ну, что ты киваешь, как китайский болванчик головой? Сказал бы что-нибудь. Так точно. Ну, вот это уже правильные слова. Ой, смотри, Кожемякин, ты мне обещал. Так что, слово мужика закон. Есть. Хочешь, я присылаю?
Ну, я пошел. Скажите, где я могу найти Эдуарда Левоновича? Вон в ту дверь. Спасибо. Это новый шеф-повар, кажется. Да? Угу. Симпатичный. Пойду познакомлюсь. Молодой человек, я вас провожу. А это что такое? Черепаха. Ну пусть ползает, да? Что ей все время в коробке-то сидеть? Нет, я про картошку. Что у нас еще случилось? Я думала, это. Ничего. Ты же знаешь, меня уволили с консультации. Я не прошла аттестацию. Ну, слава богу. Это старая новость. Как не прошла аттестацию? Как уволили? Вот я тоже думала. Как? А потом, ты знаешь, оказалось все очень просто. Оказывается, главврач хотел посадить на мое место свою любовницу. Кукушкину. Вот и весь секрет. Ничего личного. Не надо переживать. Кукушкин дом. Правильно сделала, что ушла. Ты такой специалист. Они еще пожалеют об этом. Ты знаешь, я имя черепахи придумала. Муля. Муля? Представляешь, оказалось, это девочка. Кстати, о девочках. У меня на сегодняшний вечер имеется прекрасная затея. Мам? Абсолютно безобидная. Мы все вместе идем в театр на генеральную репетицию. Я очень хочу посмотреть, кому же ты досталась моя судьбоносная роль? Так, давайте еще раз пройдем эту очень важную сцену. Тихо, тихо. Садитесь. Элеонор Павловна. Здравствуйте. Боже мой, как я рад вас видеть. Можно мы тут... Конечно, конечно. Мы сделаем прогон для зрителя. Начали! Я всю жизнь мечтала встретить человека, хоть немного, хоть чуть-чуть похожего на вас. Сонечка, это так неожиданно. Вы же меня совсем-совсем не знаете. Теперь знаю. Мое сердце все-все мне рассказал. Сергей Витальевич, можно вас на минуточку? Соня, я только на минуточку. Только на минутку. А как тебе главная героиня? Ну, ничего, ничего. Есть, конечно, куда расти. Актриса? Риэлтор. Моя клиентка. А, кто бы мог подумать. Прекрасно. И не теряем энергию, и все с самого начала. Сначала, сначала. Десять минут мне, подождите. Алло, Поль, ну я подъехал, спустись, пожалуйста. Привет. Привет. А я вот в аэропорт. Уже? Ну, счастливо тебе. Ну, ты скоро замуж выходишь, поэтому тебе. Тоже счастье. Давай.
На. Ой. Ой, прости, пожалуйста. Ты знаешь, я хотела тебе сказать, ты молодец, что ты поменял профессию и вообще все поменял. Правда, так. Так очень немного кто может. У тебя все будет хорошо. Ну, тебе пора уже, наверное, да? Папа. Пап, ну ты хоть звони. Ну да, конечно, конечно. Ну ладно, я поехал. Коля! Коля! Ты нравишься мне, по двору проходящий, зонтом или без, ничего не решает. Ты нравишься мне, когда сидя в кресле, ты глядишь в потолок или просто читаешь. Ты нравишься мне. Коля, Коль, ты знаешь, ты хотела... А я... Я не хотела. Я же тоже. Я вообще уезжать не хочу. Ну не уезжай. Пожалуйста. Я только с тобой чувствую себя абсолютно счастливой женщиной. Кто-кто, в чем сердце есть любовь и смелость, сумел бы совладать с собой и делом ту любовь не доказать. В делах подобных не размышляй, а то сойдешь с ума. И сегодня я счастлив, меня окликают, а я улыбаюсь, когда дождь моросит, и когда светит солнце, когда на весну надвигается лето. Ты нравишься мне, и в погоды ненастье, ты нравишься мне, и на фоне портретов. Об этом мне даже во сне это не помешает. Ты нравишься мне на борту с сигаретой, в вагоне метро, на перроне, в трамвае. Ты нравишься мне, так зачем дело стало? Наступит февраль, я скажу тебе это. Ты нравишься мне, и в погоды ненастье. Ты нравишься мне, и на фоне портретов.